Душа уже жаждет лета. Душа жаждет побыстрее окунуться в море, полежать на золотистом песочке пляжа, позагорать, пообщаться с людьми. А людей будет очень много, потому что многие знают Евпаторию как хороший курортный город, где отлично отдыхается и взрослым, и детям. Но вот немногие знают, что помимо Евпатории есть у нас неплохие поселения, которые недалеко от моря и где можно спокойно, без проблем, намного дешевле снять жилье и отдохнуть очень хорошо. Поэтому это видео, скорее всего, для тех, у кого нету огромных денег платить за санатории и роскошные пансионаты. Вот я вам советую. Обратите внимание. Вот это поселок Уютное. Он находится в 2 километрах от Евпатории. Вот на горизонте, если вам видно на горизонте, это Евпатория. А вот это наш уютный поселок Уютное. Маршрутки ходят через каждые 15 минут. И доезжать до Евпатории совсем недалеко. Тоже каких-то 15 минут, и вы уже в центре города. Магазины, рынок, развлекательные разные объекты. Пожалуйста, никаких проблем. А жилье можно снять намного дешевле. Тем более, что в нашем поселении есть тоже очень такой уютненький пансионат. Если хотите, я вам о нем расскажу попозже. А теперь смотрите дальше. Вот Евпатория. А вот рядышком с Уютным поселок Заозерное. Это тоже курортный поселок, который относится к Евпатории. Здесь в основном размещены, как я уже вам рассказывала в предыдущем видео, детские санатории и пансионаты для отдыхающих. Вот тоже на горизонте розовый такой огромное здание. Это санаторий «Коралл», в котором отдыхают и взрослые, и дети. Они не только отдыхают, а проходят там какие-то лечебные процедуры. И вот в этом Заозерном тоже можно спокойно найти хороший номер в пансионате, можно снять частное жилье. К морю отсюда недалеко. Если от Уютного мы идем где-то так спокойным ходом, ну, минут 20-30, так мы уже, ну, как бы в возрасте люди, молодые вообще очень быстро забегают. Летом можно увидеть спортсменов, которые с удовольствием делают кросс к морю и обратно, вот таким способом оздоравливаясь. Так вот, от этого пансионата, вернее, это даже не пансионат, розовенький «Коралл», это санаторий, к морю, ну, минут 10. И вот эти тоже пансионаты. Строятся новые дома. Многие будут, конечно, их сдавать отдыхающим. С этой целью их строят. Так что, уважаемые гости из российского материка, если вы надумали этим летом отдохнуть в Крыму, я просто советую вам обратить внимание на Евпаторию. И не только на Евпаторию, а на близлежащие населенные пункты. Потому что они недалеко от моря. Заозерка вообще это курортный поселок. И наше уютное. Многие уже начинают понимать и начинают снимать жилье. Можно снять хорошую двухкомнатную квартиру. Многие с Урала особенно приезжают, они снимают даже на целое лето. Бывает и остаются на бархатный сезон, то есть до окончания осени. Поподробнее о Заозерном и о пляжах рядом с морем, о зонах отдыха я вам расскажу в следующих видео. А теперь пока-пока. До встречи!